почему. Как вас зовут? Это тоже пока не надо. Ну что ж, останемся на местоимениях. Он и она. Просто вы будете именоваться ночной собеседник. Как вы прожили день? Устала очень. Много работы. Когда же мы с вами встретимся? А зачем? Нам и так хорошо. В общем, да. Какая вы? Расскажите. Лучше не так. Какой вы меня представляете? Посмотрите, все смеются, а Стас нет. Что привязался? Я хочу, чтобы он веселился. Стас. Улыбись! Да-да. Стас, идея. Ты заходишь в телефон-автомат, набираешь первый попавшийся номер, и если подходит девушка, то ты с ней знакомишься. Ну что ж, в этом что-то есть. Верно? Верно. Только уж очень просто все. Давайте тогда не так. А как? Тогда давайте так. Каждый из вас задумывает по одной цифре. Так. Называет. Я набираю. И если подходит девушка, то ты на ней женишься. Витя, вот. Ты гений. Я пошел. А две копейки? А, да. Есть, есть. Дай мелочи. Посмотри, Балыш, посмотри. Держи сейчас. Две копейки. Давай. Стас, давай. Стас, держи. А, спасибо, вот спасибо. Все, больше не ну, надо. Хватит, спасибо. Хватит, на всю жизнь хватит. Иди скорее. Интересно, что получится. Сейчас. Женечка, иди сюда. Ну что ж, Света все это придумала. Говори первую цифру. Один. Теперь Витя. Я. Три. Три? Женечка. Я не знаю. Два. Так. Семь. Понял. Послушайте, не надо, не надо. Тихо, тихо, тихо. Ведь он это все Миша, серьезно, не надо. Миша, не... всего. Ваши цифры. Один. Шесть. Перестань, хватит. Подожди, Витя, не мешай. Витя. Я слушаю. Ну, что? Мужчина. Давайте другие цифры. Давайте другие цифры. Другие? Давайте. Хватит его мучить. Все тут домой. Правильно, на сегодня хватит. Володя, дай спичку.
Я слушаю. Алло, кто это? Алло. Это опять я. Кто-кто? Не понимаю. Ничего удивительного. Уже ночь. И мы с вами не знакомы. К тому же, сегодня я сам себя не очень понимаю. Послушайте. Слушаю с удовольствием. Мне очень нравится ваш голос. Чего вы хотите? Вы только не пугайтесь, я все вам объясню. Когда четверть часа назад вам позвонили и повесили трубку, это был я. Непонятно, да? Я чуточку пьян. Теперь понятно. Нет, нет, сейчас совсем ничего не понятно. Потому что вы думаете, что я пьян, а я только чуточку пьян. Я пьян прекрасно. Вернее, настолько, чтобы быть смелым. Что с вами? Вы замечательно спросили. Как-то серьезно и очень хорошо. Я сейчас все вам объясню. Видите ли, я должен был, в шутку, конечно, набрать первый попавшийся номер. И если подойдет женщина, то я должен был на ней жениться. Вот я попал к вам и... И испугались? Нет. Вы знаете, который теперь час? Да. 1:40. Без 20 час. Так точнее звучит. Идите спать. А вы спали? Нет, я слушала музыку. А вы одна? Почему вы так решили? Да, я одна. Вы знаете, это все чудесно и романтично. Только завтра утром мне идти на работу. Очень рано. Спокойной вам ночи. Я не курю. Послушайте, вы ничего не поняли. Вы женщина, на которой я решил жениться. Вы это понимаете? Это замечательно. Завтра утром, точнее сегодня, когда вы выспитесь, протрезвеете. Я должен вас увидеть и сейчас же. Спокойной ночи. Подождите. Ну что? Что? Я должен вас увидеть. Не надо так. Я прошу вас. Спокойной ночи. Подождите. Ну что? Ради бога, подождите. Я... Я забыл ваш номер. Вот и хорошо. Это все облегчает. Послушать со стороны совершенно идиотский разговор. Только не кладите трубку. Спокойной ночи и прекрасных вам снов. Подождите. Извините, у вас не будет спичек? Благодарю вас. Здравствуйте. Михаил Оскарович, привет. Приветствую вас. Мне бы небольшую статью напечатать, а? Страница так 100. Нет, здесь гораздо меньше. Не напечатать, а продиктовать. С вашим ужасным почерком. Да-да, я продиктую. Здравствуйте. Здравствуйте. Совсем поправились, Станислав Николаевич. Балета срочно. Что у вас такое? Небольшая статья. Так, Люда, ты не смогла бы это напечатать? После работы, пожалуйста. Она вам сделает. Спасибо вам. Значит, я в конце дня загляну, да? Да, да.
Третий заперся, отбалансируй. Хорошо. Давай еще вспышки. Миограмму посмотри. Все в норме. Как спит? Привет. Я хочу вспомнить цифру, которую ты назвала тогда. Значит, ты понял? Что понял? Я назвала цифру 1. 1 марта. В этот день ты мне объяснился. Цифру? Какую цифру? Ну, тогда. Я назвал цифру 3. 3? Это точно? Да, когда-то в детстве у нас было трое неразлучных друзей. Ты, я и Володя. Понятно. А Женя, ты не помнишь, какую она назвала цифру? Женя назвала цифру 2. Она очень хочет иметь двойню. 7! И кажется, я ее назвал за Женей. Ты точно помнишь? Ну еще бы! В этот день мы со Светкой поссорились ровно 7 раз. У тебя все? Все. Ну привет! Привет. Конечно, помню. Вика назвала цифру 1, а я 6. Здрасте. Это опять я. Я целый день вам звонил. Вас целый день не было дома. Но ведь тогда вы забыли мой номер. Это только дурак мог забыть ваш номер. Оказалось, он слагался из одного неудачного объяснения в любви, из детских воспоминаний взрослого мужчины, из мечты одной женщины о детях и обещания верности. Что? Я не поняла. А, это я объясню вам при встрече. Ясно. Скрадывайте, так сказать, свое одиночество телефонными развлечениями. Может быть, вы просто единственная женщина, с которой я могу разговаривать так, как я хочу. Чудесная мелодия. Я, кажется, уже слышал ее. Да, в прошлый раз, когда вы звонили. А. Я очень люблю ее, и каждый раз, когда возвращаюсь с работы, ставлю эту пластинку. Понимаю. Я теперь буду звонить вам каждый вечер. Вы когда ложитесь спать? В 11, мне рано вставать. Я вам буду звонить каждый вечер ровно в 11. Это будет завершением дня. Хорошо? Хорошо. Я вас увижу. Пока не надо. Почему? Сколько вам лет? О, я глубокая старуха, у меня уже внуки и внучки. Как вас зовут? Это тоже пока не надо. Ну что ж, останемся на местоимениях. Он и она. Просто вы будете именоваться ночной собеседник.
Ночной собеседник. Смешно. Как вы прожили день? Устала очень. Много работы. У вас интересная работа? Нет. Она для меня временная. Когда же мы с вами встретимся? А зачем? Нам и так хорошо. В общем, да. Какая вы? Опишите. Невозможно. Описать себя никто не может. Лучше не так. Какой вы меня представляете? Я не знаю. Вы милая. Вы думали о моем звонке? Да. И вы жалели, что не сказали мне номер своего телефона? Да. Но на сегодня хватит. Спокойной вам ночи. Вам тоже спокойной ночи. И снов. Другая относилась к так называемым парадоксальным снам. Парадоксальным снам. В это время мозг бодрствовал, выдавая свою продукцию в виде сновидений. Это с красной строки. Да, дальше, пожалуйста, абзац. Наше внимание привлекли алкалоиды Рауволфии. Алкалоиды как? Рауволфии. В частности, розерпин, применение которого в терапевтических дозах повышает содержание моноаминов в крови. Привет. Привет. Привет, как я поняла, ваше любимое слово. Да, все местные так здороваются. Кстати, скоро ноябрьские праздники. Да, весь город иллюминирован. Правда, немножечко рано. Сегодня ведь только 5-е. Просто в нашем городе очень любят иллюминацию. А вы, значит, не местная? Да, я сюда приехала. Недавно? Не так, чтобы совсем недавно. 3 года. Одна? Нет, я приехала с мужем. Вы развелись? Нет, он умер. Простите. Ничего. Так когда я вас увижу? Не надо. Но почему? Объясните. Я боюсь, что я приду и все кончится. И снова я буду одна. А потом, даже если бы я и пришла, как бы мы узнали друг друга? Мы узнаем друг друга. Значит, я буду ждать вас завтра у почтамта ровно в 7, хорошо? Ну, хорошо. Только я ничего не обещаю. Мне так легко с вами разговаривать. Удивительно. Я тоже об этом подумал. Теперь у меня появился человек, которому я могу сказать многое. Которому я могу пожаловаться. И к которому я так привязалась за это время. Вы привязались не к человеку, а к телефону. Может быть. Между прочим, вы знаете, уже утро. Как? Так это ж прекрасно. Продолжим наш разговор до вечера. До 11. Конечно. Знаете что? Что? Доброе утро. Здрасте. Значит, сегодня в 7? Не знаю, скорее всего, я не приду. Нет, я вас буду ждать, и вы придете. Ну, хорошо. До свидания. Вернее, привет. Привет.
Доброе утро. Здрасте. Почему же вы не пришли? Я ждал вас больше часа. Я не могла. А вы были? Конечно, был. А я не пришла. Значит, вы тоже были. Неужели мы не узнали друг друга? Говорите чуточку громче. Я говорю, неужели мы не узнали друг друга? Да нет, я же сказала, я не была. Ну, хорошо, как хотите. Да я никуда не ходила, я была дома. Узнала, что это звоните вы. Почему же вы не взяли трубку? Я боялась. Я боялась, что пойду и все испортится. Вы настойчивы. Глупый. Я вас люблю. Ну? Да-да-да. Я буду ждать вас завтра там же. Завтра я уезжаю к маме. Значит, я буду ждать вас послезавтра ровно в 5. И на этот раз я вас узнаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Почему вы не вешаете трубку? А вы? Вы мне вчера приснились. Это смешно. Как можно видеть во сне человека, которого вы ни разу в жизни не видели? А вот так. И голос ваш приснился. И музыка ваша. Правда? Нужно расставаться. Поздно уже. Спокойной ночи. Только прошу вас, пожалуйста, повесьте трубку. Подождите. Еще немного. Значит, там оказалась женщина. Почему ты так решил? Это лишний вопрос. Ты ее уже видел? Ну, в общем, нет. Понятно. Что молчишь, Витя? Думаешь, позвонил по телефону, познакомился и женился? Нет, это почти чудо. Может, судьба? Станислав Николаевич. Да. Если можно, сегодня я уйду пораньше. Вы не беспокойтесь, работу я возьму домой, и к завтрашнему дню... О, это было бы очень мило с вашей стороны. Я бы тоже свою половину принесла бы завтра. Станислав Николаевич, у меня сегодня в 5 часов очень важное дело. Я живу совсем одна, и у меня будет достаточно времени, чтобы закончить все это. Да-да. Это очень удачно. Я тоже как раз сегодня собирался пораньше уйти домой. Ну вот и отлично. Всего доброго.
секретаря, пожалуйста. Даю. Алло. Наденька, привет. Это Николаев. Здравствуйте, Станислав Николаевич. Ты понимаешь, в чем дело? Я отдал половину своей рукописи машинистке Люди домой перепечатать. Угу. Понимаешь? Вот, и мне нужно срочно ей вот позвонить. Будь добра, дай номер ее телефона. Вы о какой Люди говорите? Там их две. Две? Я не знаю ее фамилии. Ну, одна молодая, а другая пожилая. Нет, 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 мне молодую. Молодую? Угу. Сейчас я посмотрю. Так, у нее нет телефона. Не может быть. В самом деле нет. Хотя, подождите минуточку, здесь что-то написано карандашом. Так, 132, 7 дальше неразборчиво. 7, что такое за цифра? 716. Правильно, 716. Алло, я слушаю. Привет. Одну секундочку. Ну, это все, я допечатала страницу. Я хочу извиниться перед вами. У нас на работе назначили совещание, и я опоздал на четверть часа. А что это? Это я охрип. К сожалению, я часто простуживаюсь. Ну, так у вас просто плохие миндалины. Вы выпейте горячего молока с содой на ночь. А вы были? Да, я пришла. Как ужасно получилось. Да нет, наоборот, хорошо. Значит, не судьба. Ну, что вы? Да нет, нет, я загадала, если мы с вами опять не встретимся, значит, вообще не надо встречаться. Ну, как же так? Ну, хватит об этом. Я вас прошу. Ну, хорошо. А интересно, что же это у вас за работа? Ну, ужасно нудная. Я печатаю, я машинистка. К тому же мне ужасно не повезло. У нас на работе есть один тип, у которого жуткий почерк, и ему даже никто не берется печатать. А вы, конечно, согласились. Да, мне его как-то всегда жалко. Я взяла половину рукописи, а вторую половину другая машинистка взяла. Вообще, он какой-то вежливый, милый. И скучный, скучный. Да, действительно, он не из веселых. Ну, говорят, он талантливый. Ну, хватит об этом. Бог с ним. О чем я начала говорить? Забыла. Я очень устала. Позвоните завтра. Хорошо. Спокойной ночи. Мы первый раз как-то не так поговорили. Вы огорчены, что я не пришел? Спокойной ночи. Не забудьте о молоке горячем с содой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я вам все отпечатала. У меня тоже все готово, пожалуйста. Но все-таки формулу вы проверьте. Станислав Николаевич. Да. Здесь 4 закладки. Так. Я писала аккуратно. Спасибо. Вот, возьмите.
У вас поразительные пальцы. Вы печатаете, будто играете. Ну что вы, спасибо. И все-таки у вас кошмарный почерк. Спасибо. Я скоро перехожу на другую работу, и вот вам мой совет. Вы договоритесь с Катей заранее. То есть как уходите? Ну так, я заканчиваю институт, я здесь временно работаю. Когда заканчиваете? То есть как когда? Скоро. У меня скоро экзамены. А что? Ничего. Послушайте, это надо отметить. Встретимся. Ну, я не знаю, где хотите. Так, значит, вы такая же мямля, как и я. Очень может быть. Мы с вами очень подходим друг другу. Возможно. Значит, я предлагаю. В воскресенье, в 3 часа дня, где-то в центре, скажем, у почтамта. О, нет. Нет? Нет. Где? Ну, хорошо. Давайте там. Значит, я жду. Спасибо. Послушайте, а ведь вы меня раньше совсем не замечали. Как же это? А это сказка. Просто однажды некий волшебник снял с моих глаз пелену. Я впервые вас увидел. Сразу все про вас понял. А по правде? Это правда. Значит, это сказка. А вот ваш друг Филимонов говорит, что вы скоро уезжаете куда-то. И далеко-далеко. Филимонов? Филимонов. Да он врун, вы ему не верите. В городах, где много солнца, люди часто этим грешат. Кроме вас, конечно. Кроме меня. Интересно, что вы делаете по вечерам, когда не работаете? Сижу дома. Что, просто так вот сидите дома одна одинешенька? Ну, чего же просто так? Читаю книги, слушаю музыку. Иногда печатаю. Интересно. Да, представьте. Что там? Да, камешка один. Вот. Поглядите. Спасибо.
Вы, должно быть, устали очень. Да нет, не очень. Значит, идем дальше. Да. Я вообще-то люблю ходить. Я тоже. Ну, куда мы пойдем? А куда вы хотите? Я, честно говоря, давно нигде не была. Давайте пойдем куда-нибудь, где пошумнее. А вы здесь всех знаете? Да, я родился и вырос в этом городе. Он не такой уж большой. А как вы думаете, я? Вы сюда приехали. Правильно. Я сюда приехала. А дальше? Что? Ну, вы сюда приехали и... Это я вам потом как-нибудь расскажу. Спасибо. С вами легко. Давайте не будем ничего говорить. Давайте лучше есть. Угу. Давайте. Ну, ешьте. Ну, да. Я вот сейчас совершенно точно увидал, какой вы были в детстве. Смешно. Идемте танцевать. Идемте. Thank you.
Будет казаться. Я должна привыкнуть раньше. Да нет, я... Ну, только молчи. Нелепо, да? Нет, почему? Лепо. Но так лучше. Ой, по-моему, это бесконечно. Идем. Идем. Который час? 10:30. О, мне пора. Вас кто-то ждет? Нет. Значит, вы кого-то ждете? Просто так нужно. Кому? Вы разочарованы. Я вам испортила вечер. О чем вы говорите? Отчего же эта жизнь? Все не так, и вы это знаете. Ну вот мои окна. Вот и все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А жаль, что я не капитан. Я бы сказал вам, что ухожу в далекое плавание. И уж тогда бы вы меня поцеловали.
слушаю. Это я. Добрый вечер. Вы, конечно, не выпили молока с содой. Что вы, я выпил все молоко и съел всю соду, которая есть в нашем доме. Мама за этим проследила. Но это не очень помогло, к сожалению. Мы с вами вчера плохо поговорили. Это не давало мне жить целый день. Что это у вас, новая пластинка? Да. Это на обратной стороне. Я сделаю громче. Одну минуточку. Я так ждала вашего звонка, у меня столько новостей. Что вы говорите? Вы даже представить себе не можете, как это все интересно. Ну, для меня, конечно. Ну, начнем по порядку. Значит так. Вчера я пришла на работу и принесла отпечатанную статью тому... Типу? Ну да, тому человеку, который... Противный такой? Да нет, он никогда не был противным. Ну, просто он был... Невзрачный, вы так, кажется, его называли. Послушайте, ну что вы. Если бы вы его увидели, вы бы так не говорили. Он бы вам понравился, я в этом уверена. Не думаю. Ну почему вот так? Я не знаю. Он мне с самого начала не понравился. Я почему-то уверен, что он к вам будет приставать. Ну вот, мне вам больше ничего не хочется рассказывать. Простите. Я не скажу больше ни слова. Продолжайте. А вы знаете, он мне показался очень славным, очень милым человеком. Что вы говорите? Откуда вы так хорошо его узнали? А просто я сегодня впервые рассмотрела его лицо и глаза. У него глаза такие мягкие, добрые. В них есть мысль, что не так часто бывает, правда? Это приятно. Ну вот, а потом мы пошли. Вернее, он предложил. Пойти куда-нибудь вдвоем? Совсем нет. Значит, не предлагал, а что же? Предложил. Предложил, но совсем не так. А как? Простите, я... Я тоже. Я вам лучше завтра позвоню. Позвоните. Это нехорошо. Это нехорошо, что я вам все рассказала. Я не должна была рассказывать. Но я в первый раз за 3 года была чуточку счастлива, и мне так захотелось кому-то рассказать, поделиться. Ну, в общем, вы меня простите. Только я вас прошу, не гуляйте с ним так часто и не целуйтесь, если это, конечно, возможно. Ну, хорошо, если это будет возможно. Почему вы его так не взлюбили? Потому что вы любите его, а я люблю вас. Ну вот, вы снова. А может, это и не так. Да, вы знаете, я забыла вас спросить. Вам понравилась обратная сторона пластинки? Я не знаю. Прекрасная музыка. Только мне почему-то прежняя больше нравится. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Там у тебя паста есть или сухо? Нет. Хорошо, пасты не надо. Ну ладно, я все-таки немножечко смочу. Смочи, конечно. Хорошо. Сейчас, одну секундочку. Вот. В чем дело? Что там интересного? Сна, конечно, не помнишь. Нет. Да, действительно, синхронизации не было. И миограммы тоже. А, черт, проскочил, значит. Да. Ну, давайте распрягать. Ты что, плохо спишь? Бессонница? А есть немножко. Что-нибудь случилось? Случилось. Вон там, в горах, есть снежный перевал. Вы там не были? Нет. Давайте пойдем как-нибудь. Давайте, как-нибудь. Все-таки странно. Еще неделю назад мы совсем не знали друг друга. Да. А будто прошла целая жизнь. Я должна все о вас знать. Вы мне расскажете? Конечно. Мы сойдем в Зеленой бухте. Хорошо? Хорошо. Только не позднее 11 я должна быть дома. Почему? Я потом вам расскажу. Я обещаю. Вы уже обещали рассказать мне потом, почему вы одна? Все очень просто. Умер муж. Он был и моя первая любовь, и мой друг все вместе. А когда я осталась одна, совсем одна, самое печальное, что у меня не было детей. А потом началась жизнь. Надо было устраиваться на работу. Я ведь была просто его женой. Я институт бросила из-за него. Но, правда, я ему печатала. Кто он был? Врач. Потом я устроилась на работу, и снова в институт. А вы ведь меня не спросили, какой институт я заканчиваю. Я как раз собирался это сделать. Уже поздно. Я историк. Теплоход прибыл в Зеленую бухту. Стоянка 30 минут. Чему вы улыбаетесь? Вы знаете... Я вас люблю. Ну вот, теперь ничего не осталось. В общем... Ну только молчите. 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 Я молчу, молчу, молчу. Одно слово можно? Нет.
Вон наш теплоход. Он, между прочим, уже уходит. А мы поедем автобусом. Да? А автобус тоже уйдет. Ну, тогда я не знаю, тогда мы поедем. Пойдем пешком. Как вы говорите? Пешком. А пешком устанем. А кто виноват? Я. Всегда и во всем буду виноват я. Хорошо. Только я. Нужно спешить. До завтра. А почему? Почему? Ну, я же вам говорила, что я тебе все объясню потом. Ну, подожди. Значит, где мы завтра встречаемся? Как всегда. У почтамта. Нет. Нет. Ну, тогда позвони мне. Ну, хорошо. Нет, лучше у почтамта. Нет. Почему? А потому что я не хочу почтамта. Хорошо, я тебе позвоню. Нет. Ну тогда что? Я не знаю. Ну тогда... Все-таки где-то надо же. Ну где? Алло, я слушаю. Где вы были? Я была далеко. Так. Я хочу сказать вам, что сегодня мы... Разговариваем в последний раз? Да. Вы его все-таки полюбили? Да. Мне можно иногда звонить? Нет. Вы ему рассказали обо мне? Нет. Почему? Потому что он пока не поймет. Послушайте, это ужасно, что вы до сих пор хрипите. Обещайте мне, что вы пойдете к врачу. Обещаю. Еще какие пожелания? Я благодарю вас. Все. Вы и представить себе не можете, кем вы были для меня.
А я так ничего и не знаю. Ни кто вы, ни как вас зовут. Я просто обыкновенный ночной собеседник. Когда нам бывает плохо, когда от нас уходит мечта, вдруг раздается неожиданный звонок, и появляется надежда. Только надо ждать и очень верить в это. Да, я была не права. Звоните мне иногда, хорошо? Нет, я больше не буду вам звонить. Потому что я звонил, когда вам это было нужно, когда вы были одиноки. Скажите, вы его действительно любите? Вы это точно знаете? Да, я его люблю. Я его очень люблю. Ну тогда скажите на прощание, каким вы представляете меня? Вы мне представлялись, даже не знаю. Я понял. Но почему-то, когда я слышу ваш голос, ваш простуженный голос, мне хочется плакать. Потому что это был ваш голос. Голос, с которым вы беседовали, которому многое доверяли. Теперь вместо этого голоса у вас в жизни будет ваш человек. Неплохой обмен. Прощайте. Подождите. Вам что-нибудь пожелать? Да, да. Что? Чтобы он был таким, каким я представляю себе вас. Я желаю вам это. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Что вы? Это я простилась с вашим. И вы будьте счастливы. Обязательно будьте счастливы. Слышите? Счастливы. Говори до поздней ночи, говори со мной, как погаснут все фонари. Говори, о чем захочешь в тишине ночной. Говори со мной, говори. В холода и зной, в рассвет и тьму. Говори со мной, я все пойму. Повтори сегодня снова этот путь вдвоем, в городке твоем до зари. Подари мне эту песню, свет в твоем окне. Подари ты мне, подари. И простор морской, и лес, и глубь, я подарок твой сберечь смогу.
Больше не позвонит.